хочу. Пойдем. Девочка, не будет нажимать. Быстро. Когда мы с вами уже соберемся на Кремлевском дворце съезда, в таких пауз не будет. Все будет уже терпеть. Живые,
обиды друг другу прощают, знают и помнят, дружбу хранят, не понимая, откуда это у них, откуда. Резво вскочив на стул высоченный, стих за стихом, а по вселенной мерно и тихо плывет небосклон. Детство, тебе мой нижайший поклон. Значит, нужно, вы знаете, мы с Димой хотели, мы сделаем обязательно такую табличку огромную на ней, на такой штуке, и напишем аплодисменты, чтобы было понятно, где что заканчивается и что начинается. Ну, по крайней мере, вот это была попытка сделать такое, это отрывочек из спектакля, который будет полноценным, «Найти детство». Там я хочу собрать всех своих друзей, которых я когда-либо помнил, и с которыми были связаны те или иные ситуации и смешные какие-то истории. Следующий у нас... Следующий у нас в программе такая миниатюра, которая называется «Пироги». Что такое миниатюра «Пироги»? Это я вам буду показывать, как я когда-то с мамой... И было это приблизительно так. Оно мы наиграется на пальму. Тиде. Чик-чик. Да. Та-да-да-да, надо с лимоном. Та-да-да. Да-да-да. А ты кисанеди. Оно наиграется на пальму. Бабушка знала. Бабушка таки не взяли. А бабушки уже давно нет. Надо самим все делать. О, ты мне. Таки. Вот. Пинг. 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 Бабушка знала. Что же дальше, когда фабрика по тестомбо, тики-тики сенда, пин-пон, пи-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 
часто. Это соседи.